Так, сейчас попробуем фильтр отцепить. Без фильтра подцепляю. Так. Все хорошо. Включаю пока на разогрев. Нагрелась, капает уже. Не помогло. Но видно, забит. Очень забит. Возможно, поэтому помпа убитая. Видно, да, там такая слизь толстым слоем. Желто-зеленая, коричневая. Попробую еще одну помпу, тоже без фильтра. Фильтр полностью забит. Снял его. Напрямую датчик расхода с бака. Ставлю бак. Включил.
Тест прошел. Промывка. Промывка прошла удачно. Выключаю.